Приветище! Это мои трусы в клеточку. А вот это вот все, это контрабака Полизака. И мы продолжаем. Продолжаем, знаешь, где? В месте, где распространяется на вид. Смотри, сертификат о вакцинации поступил. Короче, был ковид у нас, а в игре на вид. И тут вот что написано. В связи с надвигающейся эпидемической угрозой правительство вернуло обязательство иметь действующий сертификат о вакцинации. Въезд в страну разрешен только людям с прививкой от NAVID-78. Кроме того, с момента вакцинации должно пройти не менее 2 недель. Ты представь, все как у нас, прям вот как в реальности. Тут еще какая-то газетка, давай поглядим. NAVID возвращается. Ну еще, прежде чем мы начнем, конечно же, порубаем в компик. В комментиках меня попросили улучшить тюрягу. Мол, что ты хату свою улучшаешь, а тюрягу-то не улучшаешь со складом. Я такой, ну как бы да, давай улучшим, конечно же, чтобы у меня тюрьма была еще больше, чтобы туда больше всего вмещалось, и так выгоднее будет бобик заказывать, как некоторые в комментариях писали. То есть бобик будет отбиваться за счет, ух ты, елки, за счет количества заключенных. Ну нифига себе, роскошно. У них даже тут унитаз есть с раковиной и зубные щетки. Ёлки-палки. Вот это роскошь. Значит, раз, два, три, четыре. На 4 человек, что ли? Ну, один еще на унитаз поместился, если честно. Смотри, как тебе тут просторно-то стало. Сколько места, да? Перди не хочу. Ладно, все, пошли, работать надо. И прежде чем мы начнем проверку, у меня тут есть контрабандисты из королевства РК, которому 49 лет. Разбиты фары 3 штуки и цвет машины серый. Короче, вот это все нужно запомнить у себя в башке и не пропускать этих контрабандистов. Выходи. Хилал, ну что за дела, а, Хилал? Где твоя борода? Шапку я вижу, а бороды нет. Очки есть. И вот фиг пойми, короче, фото не соответствует. Ты приехал без бороды. Короче, Хилал не проедет. Фотка у него не та. Юху, а если я на тебя запрыгну вот так вот? Подожди, подожди, не гуди. У вас что, прикол какой-то? Че вы все в шапке да в бородах? Вон, опять смотри, такой же чебрик. Ну-ка, выходи. Ух ты, елки, надо же еще сертификат вакцинации проверять, я только сейчас увидел. А у того, по-моему, он... А я не помню, был он у него или нет. Чувак, кстати, с королевства РК, на этих типов у меня сводка есть. Хочешь прикол? Я, короче, вот эту сумку не могу вытащить отсюда. И на заднее сиденье тоже не могу сесть, из-за того, что сумка не вытаскивается. Ты что туда напихал, кирпичей что ли? Э, Нурбек! Ладно, давай вскроем чемоданчики, посмотрим, есть ли тут что-нибудь такое, что нельзя пролазить. Но вроде бы все у него четко. Нурбек чистый чувак. Опа. Это подожди, это может быть рисунок? Не, под ультрафиолет. Эй, Нурбек, ты иди сюда. Нурбечок, ты, кажется, приехал. Где мой ножик, командос? Ну-ка. Водку продос. И меня еще и повысили. Как круто. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что ты будешь у меня первый, кто посетит мою новую тюремечку. Я вот не знаю, что делать вот с этой сумкой. Может быть, там... достать не могу ее, прикинь. А там есть... Вон, я вижу, смотри, тоже контрабанда есть, поэтому она не достает. Давай сумку доставай свою, сумку доставай. А то сейчас... Он... А ему пофиг, даже под дулом пистолета. Да, Максимов. Ну-ка, убери. Убери все это обратно в машину, я сейчас по-новому вытащу. Давай, мы немножечко считерим. Смотри, вот эта сумка открытая, потому что я ее вскрыл. Так, еще разок, давай, вот я убираю. Во! Наконец-то я и верхнюю сумку убрать смог. А до этого что-то глючило. Мы ее тоже посчитаем и просветим, да? Ну, мы уже видели, как бы. Для нас это вообще не загадка, что там спирт. Скрываем. Еще контрабанда. 3 штуки. Ну и что ты скажешь? О, я ему вообще пофиг. Он стоит как вкопанный. Как будто так и надо было. Даже денег не предлагай. Кстати, очень много кто в комментариях писал, возьми у них деньги и арестуй. Типа так больше заработаешь. Я так хочу сделать. Попробую. Но сперва я хочу осмотреть тачку прям вот сверху донизу. Потому что бывает, что я что-то упускаю. Например, в прошлый раз под бампером что-то было, да? О! И здесь тоже под бампером. Пойду монтировочку возьму. Я думаю, что без нее я не справлюсь. Монтировочка, помоги мне. Вот это я убираю. Виллы, конечно же, возьмем. Эй, Нурбек, смотри, как я буду курочить твою тачку. Итак, попробуй мне что-нибудь не сказать. Оставь меня в покое! Он кричит. Оторвали бампер. Ого-го-го-го! Нифига себе, он там сколько понаклеил-то. Здесь точно ничего нету? Я все найду. Больше ему некуда было класть ее.
Поэтому ты арестован, иди. Затестируй мою новую тюремку. Мой новый люкс. И в нем первый посетитель. Шикарно. Давай проверим, всю ли контрабанду я у него нашел. Нет. Места, где прячут... Левая сторона заднего сиденья. А, действительно, я там плохо посмотрел. Между передним сиденьями и двигатель. Я ж там смотрел, ни черта не видно было. Видимо, плохо смотрел. Просто канистра со спиртягой, она напоминает деталь, какую-то деталь в двигателе. Поэтому, видимо, и не запалил. Короче, приехал ко мне Джаким, так и говорит, пропусти меня, у меня все чисто. У него действительно все чисто. В отчете можно ничего не указывать, кроме правила въезда. Потому что он привит ненавидом 78, а полиомиелит. Это не та прививка. Поэтому, чувак, въезд запрещен тебе. Ну все. На сегодня я свободен. Это был последний. Так что я теперь могу заниматься своими делишками. И первое, что я хочу сделать, это прокачать нашего Новика. Вот такой вот у нас теперь Новик. А остальные бабки я оставлю себе на сухари. Хочу похрумкать вечерком. Новый день и, конечно же, новое письмо. Давай почитаем. Ты бездушное чудовище. Моя любимая сестра Наташа умерла из-за вас. Я даже не смог с ней проститься. Почему ты меня не пропустил? Тебе наплевать на человеческие страдания? Ты мне за это заплатишь. Так, я еще кого-то не пропустил, и мне прислали пулю, и сказали, что эта пуля окажется у меня в голове. Ну или в каком-то другом месте. Ах, люблю свою работу. Прикол есть в том, что я даже не помню, кто просился, чтобы его пропустили. Короче, Самир приехал ко мне, такой говорит, я на заведе, че кого, пропусти меня. 1520 килограмм максимальный вес. Я такой, хопа, а тут 1660. Я думаю, ты че там везешь? Ну-ка, открывай багажник. По-любому наркоконтрабандист, слушай. Наркоту везешь, да? Кокаином где-то заныкал. Я же еще пронюхаю, все выветрю, найду или занюхаю. Снаружи ничего не нашел. Кстати, регистрационный номер-то хоть соответствует. У нас даже регистрационный не соответствует. Вообще беда. Рек-номер не соответствует. Пойду посмотрю твои шмотки. Че ты там везешь-то? Что-то такое тяжелое. Но с виду ничего такого. Мой ультрафиолет не улавливает контрабанду. Ну, короче, косяков у него предостаточно у Самира-то. У него испущены шины, нет бампера, дефекты по кузову. Вес автомобиля не соответствует. Короче, давай до свидания. Не хочу больше с тобой возиться. Вау, смотри, какой коричневый тазик едет. Огромный такой тазик. Давай, заезжай. Вах, 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 сколько колес, вот это мощь. Что там, животинку везешь? Пустой. Ничего себе, пустой. Обалдеть. Ну и чё, куда едем? О, кажется, ты контрабандист, вылази. У меня тут сводочка есть. Те, кому 49 лет, тех надо досматривать прямо вот до трусов. Давай документики. Ну-ка, 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 сколько тебе лет? Дата рождения, сравниваем. 49 лет, ну пожалуйста. Давай пробьем тачку. Значит, у него Ильич 57. Есть у нас такой, это действительно так, максимальный вес соответствует. Мы сейчас все это дело взвесим. У него даже меньше. Угу. Рек-номер у него, смотри, какой блатной, 3-8, БИП 3-8-90. Все есть. Ну, дедуля, может, ты подскажешь, с чего начать, а? Куда мне посмотреть, на колеса? Может быть, на бак с другой стороны? По колесам вроде все чисто. Вот давай в бак заглянем. Да бак тоже не просвечивается. Куда же вы могли заныкать? Я не знаю, что. Кокос? Спиртягу? Сигареты? Что ты везешь? Дедуля. Давай в салон заглянем. Тут у него ничего не светится. Ни черта нету. Прикинь, чистый. Я вообще нифига не вижу. Мне срочно нужен сканер. Ну, как бы у меня нет оснований вас, Алексей, останавливать, поэтому проезжайте. В отчете у меня тоже все чисто. Как бы... Почему? А, я сертификат твой забыл проверить. Ёрки-пальки. Ну, ладно, сертификат не так уж все и плохо. Я надеюсь, что контрабанду ты все-таки не ведешь. Скрещиваем палочки. Ёлки-палки. Правила въезда он не прошел. Ну, то есть это не контрабандист, как бы не так страшно. Минус 200 с меня списали. Здоровенько. Егор, вот ты такой интеллигентный, бородатый, да. Похож на чувака, который рисует картины.
Ну вот я понять не могу. Ну зачем ты бабки провозишь вот в двигателе, а? Вот зачем? Возьмите эти деньги, пропустите меня. Сколько ты там даешь? 630? О, давай, возьму. Въезд разрешу. Блин, какого? Мне в комментариях писали, типа, бери бабки и арестовывай. Но я как только бабки у него взял, он сразу свалил. Подожди, я еще не всю тачку осмотрел. У него по-любому контрабанда где-то есть. Еще где-то что-то. Вот, вот. Стой. Нет, ты не проедешь. Подожди, я сейчас вначале все отковыряю, а потом поедешь. Так, где бабки? Где бабки? Вот, найдены деньги. Забираем. Так, не пропускайте его. Кажется, за решеткой. Смотри, вон. Давай, решетку еще отковыряю. Я все найду, все бабки. Ага, так. Может, где еще шины? Шины. Я буду бежать и смотреть за тобой. Бежать и смотреть. Ёлки-палки. Минус 800. А у меня всего 690. Ёлки-палки. Начитался комментариев. Возьми бабки, потом его арестуй. Вот это я лоханулся. Вот это... Да. Вот до этого момента я читал комменты, и все мне правильные дельные советы давали. Но есть, оказывается, и недельные. Вот это я лоханулся. Ну ладно, сам виноват. Повелся, как говорится. 2 часа ночи, блин, поспать не дают. Звонят они тут. Алло, кто там? Женщина-диспетчер. Товарищ, мы получили сигнал о криках. Доносится откуда-то там. Он был закрыт несколько лет назад, так что этот случай выглядит еще подозрительно. Сходите туда и проверьте. Че, подожди. Я не понял, что там надо? Мы получили сигнал о криках, доносящийся из мотеля «Карат». Окей, выезжаю. Обожаю такие вызовы. Сейчас по-любому, пока доеду туда, там какая-нибудь засада будет, еще что-нибудь. О, так тут мотель совсем близочка. Рядышком. Он заброшен, оказывается. А я мимо него так и... Выпустите меня. Я и так ничего не скажу. Найдите вход в здание. Да что искать-то? Расстрелял двери и вошел. Давай мы сейчас его... Вот. А, нет, так не получится. Ну, елки. А если стекло? Ха, стекло тоже крепкое. В обход, значит, пойдем. Бежевая точила. Закрыто. И все равно закрыто. Ну вот. Надо свой тоже закрыть. Фары горят. А что фары-то горят? Погодите-ка. Я потом приду, у меня аккумулятор высадится и это. Во. Не смогу уехать отсюда. О, еще один транспорт. Мощный. Ну чё, где тут вход-то может быть? Чё, через крышу, что ли, вы предлагаете? Или может вот это вот сломать? Не ломается. Давай тогда будем прыгать тут вот сейчас на крышу. Опа. Не, так не прокатит. Хм, а вот двери, кстати, есть. Открыто. Воу, нифига себе. Ребят, подождите. Он вышел. Я хотел гранату кинуть. Ты чё там? Где там? Давай ему гранату кинем. Я давно хотел это сделать. Хотя мне так жалко на одного тратиться. Вот честно. Бабах. Че, у тебя есть патрики? Давай мне патрики. Для ружья неплохо. А вот твоего дружбана, а че там? Ну-ка. Для пестика. Идем дальше. Какие бандюганы тут. Слушай, ну может быть тут и дробаш понадобится, кстати. Вау, спокуха. Спокуха. Вы чего? Я же зашел поболтать, чувака спасти, а вы в меня тут стрелять. Повар причем. Это повар, нет? Нет, это бандит. Я думал, повар в меня стреляет. У меня, кстати, уже места все забиты. Во, тут граната в самый раз. Сейчас посмотрю, как они будут бежать. Ловите. Вау. Вах. И достижение получил. Круто. Народ многовато, слушай. Перезарядочка. Я бы туда тоже гранатку кинул. Но оставлю ее для облавы какой-нибудь. Ты с дробаша? А я с автомата. Че, всех раскидал вроде бы, да? О, еще один. Бамбалейла. Устроим подрывчик. Давай посмотрим, что ты мне принес. Очень много патронов для дробашей. Походу, я все не унесу. Мне еще документики КБГБГ надо найти. Потому что в прошлой серии я их пропустил. На кладбище в склепе где-то что-то лежало. Патроны кончились. Граната чуть... Не-не-не, гранату не кидай. Блинский.
Ох, елки, что произошло-то вообще? А где этот чувак? Обуглившись, смотри. Прикольно. Вот это берем. Ну что, пойдем? Жалко, конечно, гранату. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что поделать? Еще один. Ты что там спрятался? Эй, Марио, вылази. Хватит там ныкаться. Я терминатор. Иду и стреляю. Ну ё-моё. Плохо? Ого. Упала картина. Эй, пацаны, взрывная техника подъехала. Ёлки, эта сраная перезарядка меня выбешивает. Давай пистолет, короче. Пестик. Вот у тебя автомат, я думаю, что я заберу патроны. Быстрее, развяжи меня. Да подожди, мне патроны надо собрать, а то чуваки сбегут. А, у него патроны-то какие-то... Да не, вроде должны для автомата подойти. Сейчас, подожди, проверю. Не, не подходят? Не подходят эти патроны для автомата. Видимо, будет калаш. Он с калаша стрелял. Да иду я, иду тебя развязывай. Давай, Петр, Кафка. Рассказывай, что случилось. Ты пришел вовремя. Головорезы Абиранкова хотели сдать меня кровавому кулаку. Меня зовут Петр Кафка. Я помощник министра внутренних дел. Повстанцы давно за мной охотятся. Они знают, что мне известны подробности нападения на их логово. Быстрее развяжи меня. И пошли отсюда. Они скоро будут здесь. Ну, давай, что, освободим его? Министр внутренних дел. Быстрее бежим! Опасаясь сплетен своих политических соперников, Кафка решает сохранить в тайне историю своего похищения, угрожая обвинить вас в сотрудничестве. Чего? Вас в сотрудничестве с кровавым кулаком? Он заставляет вас хранить молчание и помогает покинуть Карикатку. Комиссар рад разгрому очередного убежища банды Абиранкова, но так и не узнает всей правды. Сплетни, интриги, расследования. И 1200 я еще получил в карман. Ха, круто, чё. По такому поводу можно и в компикс зарубиться. Прикупить себе там... Кстати, по тачке. Давай посмотрим, что еще мы можем купить. Гроздюк P9 и все, да? Остальное только улучшать можно. Так неинтересно, поэтому я улучшу лучше своих чуваков. Давай Репина прокачаем. Москович прокачаем. Я не знаю почему, но мне Московича всегда хочется назвать Москвич. В общем, это не важно, это так, мысли вслух. Ковальский, конечно же, тоже прокачаем, и все. Смирнов, ну извини. Тебе обмундирования не осталось, я на всех потратил. Ты был в самом конце, поэтому ты без ничего пока что. Но я обязательно тебя вкачаю. А я пошел спать после этого трудового денька. Товарищ, я открою вам секрет. Как пережить пандемию? Я делаю так уже несколько лет и вообще не болею. Одна бутылочка акаристанской водки за завтраком и будете здоровы, как бык. Ну, короче, у меня тут, походу, посетитель приехал. Ему 49 лет. И, возможно, это тот, на кого у меня сводка. Ты думал, я не найду? А я такой хоп, а на заднее сиденье прыгаю. А тут сигаретки. Думаю, что у тебя еще где-то заныканы они. Давай здесь посмотрим. Мы лицо убираем. Слушай, тут больше вроде нигде ничего. В бампере нету. Сейчас колеса просветим. Ага! Ага-га! Ага-га! Давай вилами попробуем. Не, вилами никак. Может быть, домкратом? Блинский, а чем? Ножик не возьмет. Металл-то чем вскрывать? Консервным ножиком, что ли? Где-то моя должностная инструкция. Топоры вскрывают ящики и баки автомобилей. Мне нужен топорчик. Есть одна проблема, у меня топоры, походу, кончились. По такому поводу я вызываю Владяо. Владос, ты, как всегда, вовремя. Еще бы ты не приехал, я ему такие бабоськи закинул. За соточку покупаю вот этот вот крюк, который называется ледоруб. И сейчас мы его затестим. Поехали. Блин, прикинь, нет. О, шины просто нужно было. Зачем я этот ледоруб покупал, если можно было ножиком шины расфигачить? Ёлки-палки. Я все тебе сейчас раздолблю тогда. Ага, еще сюда заныкал. Ну, короче, ты попался. Давай, садись в тюрьму. Это ошибка. Нет, это ни хрена не ошибка. Посиди, подумай над своим поведением. Опаньки!
Приехали! Я пошел до Владяус, бегу, ребят, вы пока защищайте границы, я за гранатами. 2:36, у меня есть время, Владяу, гранаты, на нас там напали, мне штуки две, вот, отлично. Владяу говорит, отличная сделка, он вообще без паники сидит там, в своем драндулете. Че, пацаны, гранаты подъехали, давайте. А, у меня на автомат, кстати, нет патриков. Мои пацаны там с автоматами, всеми делами. Молодчики, молодчики. А я буду с пекаля. Вы потеряли товарища. В смысле? Офигеть. Минус один товарищ. Кого я там потерял, интересно? Вовремя я их всех прокачал. Прям нужно в опор к ним подходить. Без автомата сложновато, я тебе хочу сказать. Давай гранатку им туда. Граната, лови. Бабах. Красиво. Он еще и выжил. Офигеть. Живчик какой. Кто-то в меня с бочины стреляет. На тебе. Просто иду и сношу всех. Что вы делаете, товарищ? Возвращайтесь защищать пост. А я что, типа не защищаю? Короче, сейчас тэквондо им покажу. На тебе. Вот тебе за гранату. В топку пистолеты, рукопашечка, все дела. Получайте. Кто? Кто? Где? Я в лесу с мониторкой. Так вот. Вот хорошо. Я в лесу с монтировкой. Всех нафиг раскид... Ой, мне по жбану прилетело. Да выпендривался. Короче, что хочу сказать. Мне безумно понравилось драться в рукопашку, поэтому я что делаю? Я сейчас беру пистолет. Вот так вот, пистолет. А здесь у меня будет монтировочка. Ломик. И все, я сейчас буду бегать, стрелять и крушить. Стрелять и крушить. Вот, например, вот этого чувака я готов. А, они там все в ряд сели? Не-е-е-е-е-е. Получай. На тебе, да елки-палки, да что ж такое-то? Сдыхай. О, хорош. Так, вот с этим чуваком надо разобраться как. А, сзади стреляет. Я в туалет. Я посрать, ребятки. Я здесь посижу. Потихонечку так постреляю. Не, ладно, там моих чуваков перебьют. Грамотно слег. Опа. О! Я в топзик. Привет. Где там? Кто там? Я вижу сквозь стенку кто-то бегает. Патрики. Туалет — это моя защита. Это прям капец защита. Никого не пропущу дальше тубзика. Ага. Давай, перезарядочка. Ничто его. Ничто его. Аж так вот. Мне нравятся их разговорчики, их диалоги на этом языке. Интересно, он вымышленный или он настоящий? Смотри, как я отстреливаюсь. У меня даже еще никто не погиб. Я вообще красавчик. И это все с пистолетом. Ладно, вот с этим разберусь. Все в драку. Действительно, в рукопаху. Эй! Бах! Давай. На тебя. На. Живучий какой попался. А че? А че, в смысле? Я был живчик. Дезертирство. Да за что? Я так классно отбивался. Ладно, дубль 3. Все, короче, пошел в роднос. Роднос конкретный. Я хочу с дробаша пострелять немножечко в лесу, в дичь. Вы лучше заходите в толчок, посрите, посыть. О, елки. Внимание, приближается транспорт противника. Где? Откуда? Ух ты, пролетели, ребятки. Нифига себе. Расстрелять их всех, им граната еще прилетела. Все, патроны кончились. Атас. Дробаш пошел в дело. 14 секунд, ребята, надо продержаться. Давайте, лупите по ним. Ай-яй-яй. Тачку кто-нибудь взорвите. Ёшки-матрешки. Вот это абзац тут начался. Я уже все патрики израсходовал. Я-то к тому, что я еще сбегал к Владяу и патроны купил для автомата. Ё-моё. Ой, тачка горит. Тачка горит, сейчас бомбанет по-любому. Сейчас я обойду их.
Ну, ё-моё, как ты меня бесишь, дробаш. В нужный момент не убирается и в нужный момент не перезаряжается. Чё, ну все уже, давай, доставай пекаль. Сейчас пекалей. Вот так вот хедики раздадим. Нет, но это не мой хед, это кто-то из моих друганов раскидал их. 1200 дали, отличная работа. Еще бы, все живы в этот раз, все хорошо. Фух. Пойду я, короче, прокачаю там еще одного чувака, который у меня наверху сидит. По имени Никитин, по-моему. А, нет, Смирнов. Вот, заслужил. Все, Смирнов у меня будет таким. А у меня осталось тут еще две машины. Кстати, серая едет. Это же серый цвет. Серый. Походу, контрабандист. Давай сразу просветим. Ай-яй-яй-яй-яй. Блинский. Твою ж налево-то. Сейчас остановлю. Сейчас остановлю. Догоню. На своей буханочке. Поехали, заводи драндулеточку. Старушечку. Ножа. Пока развернешься. Так, еще сигналку надо врубить. Слушай, ну я думаю, что буханка это не та тачка, на которой стоит ловить вот этого вот придурка. Если он сам не врежется в какой-нибудь столб или в дерево, я его в жизни не поймаю. Срезаем. Режем углы. По максимуму. Просто как можем. Давай. Он сейчас убежит. Ножи. Вот так вот его с дороги. Выходим. Ну, выходим, давай. Я его остановил. Фух, я думал, он сбежит. Ах ты, негодяй, вылази. Да что ж, двери долбаные. Да ё-моё. Да японский ты городовой, вылази, и ты арестован. Нет. Он еще не хотел арестовываться. Все, я возвращаюсь. Фух, вот этот денек, а. Я думаю, такой денек заслуживает лайка. Если понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты этого еще не сделал. А если сделал, то ты красавчик просто. Можешь еще черкануть мне комментик внизу. И тогда мы точно с тобой увидимся в следующем ролике. Так что до встречи в новом ролике. Увидимся.